Сегодня я подготовила вам видео на проработку мышцы живота. Что хотелось бы сказать? Очень внимательно работаем с круглой спиной и пресс напряжен. Не расслабляемся, даже когда возвращаемся в исходное положение. Проработка сразу трех уровней пресса. Первый уровень, который позволяет втягивать живот. Второй уровень – это наши косые мышцы и большие мышцы пресса. Дальше смена упражнения – каяк. Для начинающих ноги стоят на полу. Обратите внимание, чтобы пресс был также напряжен. Для тех, кто занимается давно, можно усложнить движение, оторвав ноги от пола и продолжить еще 20 повторений. Удачной вам тренировки!